Аккуратно, аккуратно, без лишних движений. У меня в кармане пультик. А я стою. Какой пультик? Мы стоим, стоим. Такой пультик. Сейчас взорвется здесь нахрен все. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию по GTA 5 RP. Играем всегда на первом сервере под названием Downtown. Ребят, ну что я могу сказать? Сейчас будет что-то непонятное, и честно, мне пока сложно предсказать вообще, как будет развиваться вообще, как вообще что пройдет, но, ребят, должно получиться интересно. Мне кажется, что пришло время наконец-таки проверить копов. Сегодня будет РП-ситуация, которую я сейчас вот придумал, и таким образом мы с вами проверим, что будет, если вызвать копов по такой-то или иной причине, приедут ли они вообще, что они будут предпринимать. Вообще с копами можно, ну, мне кажется, фантазировать бесконечно, то есть, типа, можно придумать реально различные ситуации. И, ребят, ну, я думаю, что вы помните, что недавно мы проверяли медиков, когда я устроил ДТП на Смарте. Сначала я въебался в порту в контейнеры, они туда не приехали, потом я уебался уже поближе к ним, они приехали, в принципе, меня забрали, наложили гипс в больницу, ну, то есть, в принципе, окей, все. Значит, ребят, огромное вам спасибо за ваши идеи, которые вы написали, что можно придумать с копами. Я могу сказать, что есть одна просто наипиздатейшая идея, которые обязательно в ближайшее время реализую, потому что там самый топовый комментарий был, чтобы мы с Олей устроили типа семейную драму какую-то там, не знаю, она меня сковородкой уебала как будто, или я там ей что-нибудь сделал, и кто-то из нас вызвал копов, и типа как копы будут разруливать семейный конфликт. Но это, знаете, такая уже более жесткая проверка сразу, я считаю, что нужно начать с чего-то наименьшего. Поэтому сегодня я решил немножечко побыть психопатом, в прямом смысле этого слова. Короче, ребят, мы прямо сейчас выдвигаемся вот в этот клубешник, который находится, между прочим, довольно-таки близко к полицейскому участку, поэтому я надеюсь, что они приедут все-таки, мы, в принципе, уже тут рядом. И я сегодня буду психом, который как будто заминировал этот клуб. То есть, естественно, как бы по факту он не заминирован, то есть копы должны приехать, разобраться, что к чему, в итоге меня повязать, ну и, наверное, убедиться, что все как бы в порядке, да, как бы, ну, типа там, ничего, никому там не угрожает опасности, и так далее. То есть я реально ебанутый псих. Опять же, я надеюсь, что я никаким образом не буду нарушать правила сервера, потому что, во-первых, я, конечно же, буду без оружия, то есть я не буду там сопротивляться, еще что-то. Я постараюсь просто вот именно вывести их на диалог какой-то, посмотрим, как это будет. И, конечно же, я там не беру никаких заложников, и плюс ко всему не прошу никакой выкуп, потому что, ну, это, наверное, было бы такое себе. То есть я просто вот ебанутый, у меня там, не знаю, крышняк поехал, блядь, я решил вызвать копов и сказать, что, блядь, все, пизда, здесь все заминировано, как бы, вот, и как бы, ну, то есть, в принципе, мне кажется, что вполне хорошая локация. Я сначала думал сделать заправку, но потом думаю, с клубом будет интересно, потому что мало ли еще приедет владелец клуба, там, я не знаю, ну как это вообще? Может быть, я сейчас вообще расфантазировался зря, и никто вообще не приедет. Поэтому, ребят, не тянем время. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Надеюсь, что вы уже прожали лайк, потому что, как говорится, мне приятно, вам не сложно. Итак, телефон, контакты. Значит так, первый раз это буду делать. Полиция, 511, вызвать. Здравствуйте, что у вас случилось? Так. Я собираюсь взорвать клуб. Он заминирован. Я думаю, что нормально, да? Отправить. Вызов принят, ожидайте. Так. Я так понимаю, что здесь должна быть такая же ситуация, как с медиками, что... как бы это самое... Ну, должна быть появиться еще одна надпись, да, что вызов приняли окончательно, или с копами это работает по-другому, я, к сожалению, не знаю. Но в любом случае я нахожусь на месте, то есть я как-то... Сейчас, когда их увижу, наверное... Бля, ну вот на самом деле я не хочу, чтобы они залетали сейчас с пушками, сразу меня повязали, типа, я хочу какой-то их вынудить сначала на общение, типа... Ну, по идее, я же контролирую процесс, правильно? То есть я вызвал, сказал, что заминировано, я буду орать сразу, что у меня пульт там где-нибудь в кармане спрятан. То есть, типа, такого, сейчас надо будет по... Главное, чтобы они приехали, потому что я говорю, может быть, я зря все это... Я мне казалось, сирена уже. Смотрите, им ехать здесь, ну, на самом деле, херню. Типа, но с другой стороны, понимаете, это такой своеобразный вызов. Типа, блядь, чё, чувак, какой-то клуб заминирован. Я не знаю, может быть, они должны принять, как так-то? Они же должны отреагировать на ситуацию. Ребят, я не могу сейчас предсказать вообще ничего. Я, конечно, сейчас буду смотреть здесь, мониторить, как они вообще что. Прикиньте, а, блин, а вдруг они... жестко к этому вопросу подойдут. О. Я слышу сирену, подождите. Я реально слышу сирену. Вот примерно вот оттуда, откуда-то, вот там, по прямой. Блин, ну я надеюсь, они приедут же, ну типа, а почему нет? Ну блин, только мне не нравится, что у меня не появилась никакая надпись, что... типа вызов принят окончательно. Потому что с медиками это было по-другому. Может быть, я надо было что-то другое написать в... этом самом, в тексте. Опишите, что случилось. Я заминировал клуб, заебись, блядь. Надо было, может, написать, что, типа, если вы там не приедете через 5 минут, тут все взорвется на воздух. Блин, я не знаю, с какой стороны их ждать.
Просто я как бы боюсь отходить тоже с места вызова, там же работает такая хрень, как в такси, там, ну, типа, то, что если ты вызвал в это место, то, соответственно, у них же какая-то GPS-ка... Блять, скорая, ну... Ну, медики, почему, когда я вас ждал, вас не было, а как бы, ну что, реально копы не могут... Ну не, пацаны, ну не, я не верю в то, что у нас сегодня ничего не получится. Короче, ладно, я ухожу на паузу. Я думаю, вызывать пока что повторно нет смысла, но реально меня напрягает то, что вызов не принят. То есть, типа, ну, вызов принят, но там должно быть еще одно подтверждающее этот сообщение, что, типа, кто-то конкретно реально принял. Так, я так понимаю, он просто был отправлен. Я просто не знаю, как у копов это выглядит, как они смотрят эти все вызовы, кто у них там диспетчер, не диспетчер, как вообще у них там все это работает. Фух, пацаны, ну, ладно, давайте я постою, подожду, опять же, да, время 21:37. Как только, так сразу, если нет, я... Блин, я не хочу другую локацию. Типа, ну куда уже ближе-то? Я и так нахожусь реально рядом, если они от полицейского участка едут. Типа, блин. Все, пока ждем. Пока ждем, ребят. Надеемся на лучшее. Надеюсь, что они действительно сейчас что-то... Сейчас, прикиньте, с ФБР приедут сразу такие. Ну, не, вряд... О! Какая-то... Ладно, все. Короче, ждем. Пока... Пока я ничего не вижу. Ребят, приехали. Так, аккуратно. Аккуратно, без лишних движений. У меня в кармане пультик. А я стою. Какой пультик? Мы стоим. Такой пультик. Сейчас взорвется здесь нахрен все. Давайте без лишних движений, ребята. У меня в правом кармане лежит пульт. Если я нажму на кнопку. Вы хотите, чтобы я отъехал? Ну давайте какую-то дистанцию держать. Я не знаю, что от вас ожидать. Хорошо. Сейчас я отъеду. Смотрите, оказывается. Гражданин, вот на такой. Мои требования. Вы хорошо меня слышно? Да, я вас слышу. Мне не нужны ни деньги, мне не нужна ни слава, мне ничего уже не нужно в этой жизни. Внутри на барной стойке. Что-то произошло в жизни? Внутри на барной стойке лежит огромная взрывчатка. Пульт у меня находится в кармане. Мне терять нечего. Гражданин, ну, я думаю, вы торопитесь с решением. У вас что-то произошло неприятное в жизни? Или почему вы решили так поступить? Пожалуйста, не надо. Так, это что такое? Это у нас так офицеры, да? Боятся, значит, всего. Вам показалось. Никакого удовольствия, никакого удовольствия нет. Я вообще думал, вы не приедете, потому что всем на все насрать. Гражданин, почему вы решили такие действия произвести? У вас что-то произошло в жизни, кардинальное изменение какое-то? Да, я лишился всего. Почему? Что произошло? Потому что по решению суда жена отсудила у меня все имущество. И причем это было не по закону, я считаю. Но нашей власти на все равно, и я думаю, что вам на все равно. Я даже удивлен, что вы сюда приехали. Вам лишь бы денежек сейчас заработать, да? Нет, нам не все равно. Мы честные офицеры, мы в порядке очереди вызовы обрабатываем. Извините, что ты зайдешь. Но я думаю, ситуацию данную можно как-то решить иначе. Не стоит как-то... прибегать к таким крайним мерам. Я думаю, у вас достаточно друзей. Нет, у меня никого не осталось. Все от меня отвернулись. Я говорю, мне нечего терять. Поэтому я решил поступить таким образом. Я не знаю, что меня остановит. Но у меня есть одно предложение, например, которое может вам помочь. Какое? Мы вот с офицером, хорошие знакомые, можем пойти закончить рабочий день, можем с вами провести время, чтобы вам стало легче на душе. Я понимаю, да. Ваша задача сейчас меня связать, посадить пожизненно, да, наверное, за такое преступление. Нет, я могу поехать, допустим, закончить рабочий день, приехать к вам сюда без формы. Если вы хотите провести как-то время совместно, чтобы облегчить ваши утраты. Хорошо, а что с бомбой будете делать? Ну, я думаю, раз вы ее заложили, вы знаете, наверное, как ее разминировать. Я, так как время у клуба нерабочее, я полагаю, людей там нет, надеюсь. Да, людей нет, я взломал замок, зашел, заминировал. Ну, если вы как бы бомбу сделали сами, либо ваши знакомые это какие-то сделали, я думаю, вы или ваши же знакомые могут разминировать ее и отменить это все. А если так, я не хочу разминировать? Об этой ситуации, смотрите, об этой ситуации знаем в данный момент сейчас мы трое. Мы пока что никому ничего не сообщали. То есть вы хотите сказать, что вы такие добрые, честные, нет, законопослушные?
К сожалению, не все такие добрые и честные офицеры, как вот мы с офицером, моим напарником. Мы сейчас в данный момент только двое приехали сюда, чтобы осмотреть место происшествия, что вообще произошло. Хорошо, у меня есть предложение. Мы вас слушаем внимательно. Так как я остался без всего, и если верить вам, что об этом знаем только мы, я могу сейчас аккуратно пойти обрезать нужные проводочки, а вы меня госпитализируете и положите на долгое длительное лечение, чтобы привести мою психику в норму. А у вас психика все прямо, вы уверены, что плохо? Ну, блять, если я решил взорвать этот ебучий клуб, наверное, да. Ну, может, у вас какая-то прям депрессия сильная. Ну что, вы хотите сказать, что вы сейчас просто меня готовы отпустить и все? Обрежьте веревки, обрежьте. Ладно, только без глупостей. Мы стоим здесь, ждем вас тогда. Только, пожалуйста, аккуратно. Блин, неужели они не это самое, они реально не будут меня вязать? Блин, я немножко другого ожидал. Так, ладно, я тут отыграю тогда. Сейчас, так, типа, обрезал красный провод взрывного устройства. Так, иду, бомба деактивирована. Что? Я честно думал, что они пиздюлей таких дадут, а они мне предлагают куда-то пока ехать, покататься, время провести. Все. Все прошло успешно? Да. Садитесь к вам спокойненько, машину мы с медиком доставим. Вы как себя чувствуете? Все хорошо, ничем не надышались, там мало ли что. Нет, я вполне себе нахожусь. Хорошо, присаживайтесь тогда в машину. Блять, как они? Блять, ну почему? Я хочу, чтобы они пиздюлей дали! Я не знаю, я потерял контроль над собой. Я хочу, чтобы провели полное обследование меня. У меня нет денег, чтобы это сделать. Почему государство не может выделить мне банально по страховке вот такие вот вещи? Почему я должен страдать? Почему моя психика должна рушиться, и я должен такие действия применять? А это вроде бесплатно? Не знаю, я приходил, меня давайте сказали, что... Проводим, мы... Просим их сделать его. Если что, мы вам окажем материальную поддержку. Да. Блин, ну это... Ну блин, ну так все, да, пацаны? Ну типа... Они скорее всего, просто меня узнали, решили поддержать какое-то это, понятное дело. Ну блин, ну такого не бывает, что чувак... Ну блин, да, немножко, конечно, я не очень доволен экспериментом, потому что... Блин, я думал, там жесткий разговор будет, типа там это самое. Они... Я вам, блядь, поддержу. Положите меня лечиться надолго, пожалуйста. А, ну вот кабинет. Сейчас мы все обсудим, а врач оценит ваше состояние. Здравствуйте, господа, проходите сюда. А тут это никак нельзя сделать. Товарищи медработники, никаких психологов, психиатров нет у вас, что ли? Только в клинике. Психическая клиника Сэнди Шор специализируется по этой проблеме. Здравствуйте. А специалистов у вас здесь нет сейчас? Нам нужен срочно специалист. Крайне срочно. Я понимаю, но езжайте в психическую клинику Сэнди Шорс, там вот оказывают квалифицированную помощь. Медсотрудник, можете, пожалуйста, сказать, есть? Вот видите, как здесь постоянно? Ну вот, да, я понимаю. Никакой поддержки граждан. Ой. Я знаю здесь одного врача сейчас. А я врач как раз. А вы врач? А вы... Да, я нарколог. Психическим... О, нарколог. Вы нарколог, а нам нужен более такой специализированный врач по психологии. Да. Нам нужно именно сейчас и прямо здесь. Я хочу, чтобы меня госпитализировали. Нет, это мужчина. Так, чувак меня узнал. Либо Катерина есть здесь? Нет, Катерина уже давно нет. Около недель двух. Ну я думаю, что это самое. Копы тоже. Тоже узнали. Можете посмотреть. Вот можете, пожалуйста. Господа офицеры, можно вас на секундочку, да, отвлечь от разговора. Я так подумал, знаете, я бы хотел стать отшельником. Вы можете меня отвезти куда-нибудь в лес и просто оставить в покое? Я знаю хорошее место, где вы можете вести прекрасную жизнь, даже будучи отшельником. Давайте мы забьем большой болт на эту психушку, на этих медиков, и я поеду просто проводить время с пользой на природе. Давайте съездим с вами. Да, отвезите меня, пожалуйста. Съездите, пожалуйста, в психиатрическую клинику Сэнди Шорс. Все там находятся, у нас психологи. Блять. Офицеры, знаете, я честно очень-очень удивлен вашей компетентности. Я честно думал, что меня повяжут, посадят в тюрьму, положат в психушку, но вы дали мне, так скажем, шанс на новую жизнь, и в моей голове многое перевернулось, поэтому
Я очень благодарен вам за это. Да, конечно, всегда, пожалуйста, в этом заключается наша работа, помогать гражданам. Сейчас мы по трассе М1 доедем там до хорошего места, где можно провести отличную жизнь, даже будучи одному. Честно, до последнего я думал, что вы приедете нарядом, меня закрутите, завертите, оштрафуете. Да какое оштрафуете? Посадите пожизненно. А вы как бы... Я считаю, что таких офицеров мало, мало. Вы так поверили мне на слово, не стали как бы применять силу, пошли на контакт. Ну, если адекватно всегда разговаривать, то я думаю, никаких граждан особо проблем не возникнет. Ну, разве что, если они обманывать при этом не будут. Поэтому действительно я принял для себя решение, я хочу побыть в гордом одиночестве и, так сказать, принять вызов у матушки природы. Ого. Кто-то там, да, кто-то не выдерживает у кого-то психика, видимо. Знаете, на самом деле вы можете остановиться и здесь, я вот пойду в горы. Да тут... Если вы только на этом настаиваете, мы тогда поедем дальше помогать гражданам, если вас здесь устроит все. Да, спасибо вам еще раз большое. Я буду искать нового себя. Вы уверены, что вам здесь подойдет? Да, 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 я отправлюсь прямиком. Там домик даже есть, домик, костерчик. Да, нет, спасибо, офицеры. Я думаю, что отправлюсь вот туда, вот наверх. Блин, короче, да, они меня узнали, но, в принципе, я думаю, что если бы они меня не узнали, наверное, все было бы по-другому. Может быть, чуваки просто хотели как лучше, типа, пойти как бы по-мирному, но мне кажется, что это, ну, немножко не соответствует, конечно, так скажем, тому, что было бы в реальной жизни, согласитесь? Ну, типа, такого не бывает просто-напросто, да, тем более, мне кажется, где-то в Штатах это бы был бы, наверное, вообще, ну, как бы, мгновенный арест, это минимум. А у них там же еще вообще, в принципе, если какое-то такое преступление, то вообще там неповиновение, во. А тоже там вообще очень у них жестко, поэтому я как бы, конечно, ну, у меня такого не было, я с ними, ну, все равно, да, они должны были залететь, как-то психологически со мной поговорить и в итоге взломать и отвезти нахер и посадить. Но пацаны решили как бы... Ну, это, конечно, вообще поразило, типа, что, поехали, мы сейчас переоденемся, проведем вместе время. Вот. Ну, как бы так, да. Ну, то есть, видите, тут индивидуально. То есть, конечно, каждый человек индивидуален, и они вот решили именно так отыграть, но я думал, что исход будет более печальный и как бы, ну, более реалистичный. Все равно, как ни крути, мне кажется, ну, сегодняшняя ситуация не очень реалистична. Ребят, ну что, огромное спасибо всем за просмотр. Спасибо ребятам в любом случае, что как бы поддержали диалог там, да, как-то. Могло быть и хуже, да, типа могли там какие-нибудь неразговорчивые парни приехать, ой, как погодка поменялась, просто там закрутить, отвезти как психа какого-нибудь и все, реально просто молча, неинтересно было бы, так хотя бы какой-то движняк, вот. Ребят, пишите в комментариях, как еще можно было бы проверить копов, и как я уже сказал в самом начале, мы должны будем с Олей провести семейную драму, и вот это будет тоже интересно. Но опять же, я говорю, тут даже зависит не в целом от копов, конечно же, а от того, что как каждый из игроков отыгрывает и видит ту или иную ситуацию. Ребят, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.